Святейший патриарх Московский Сия Руси Кирилл благословил Виктора Януковича на исполнение полномочий президента Украины. Его святейшество в присутствии избранного президента Украины в четверг утром совершил торжественный молебен в Киево-Печерской лавре. «Пусть Господь благословит вас на вхождение во власть», — сказал патриарх, обращаясь к новоизбранному президенту Украины. Он добавил, что служение во власти требует огромных духовных и физических сил. «Сегодня мы молились Господу и Спасителю, а также святым, чтобы они были вместе с вами в исполнении вами ответственного служения Украине», — сказал патриарх Кирилл. Святейший Владыка пожелал новому президенту и украинскому народу преодолеть все трудности и задачи сегодняшнего дня, в частности, исторические, культурные, духовные и другие разногласия. «Непременным условием благополучия является единство народа», — отметил представитель церкви. Он подчеркнул важность установления дружеских отношений между составляющими частями Киевской Руси. «Дай Бог, чтобы ваши деяния направлялись на то, чтобы процветала Украина», — сказал патриарх. В заключении его святейшество прочел несколько строк на украинском языке из молитвы за Украину и подарил Виктору Януковичу образ Спасителя. В свою очередь, избранный президент выразил уверенность в том, что украинский народ с Божьей помощью преодолеет все трудности и вызовы, стоящие перед страной.